Еще месяц назад это место притяжения самарцев, парк 50-летия октября, сильно беспокоило горожан. Из-за сухой зимы уровень воды в озере существенно снизился. Прибавило хлопот и аномальная жара. Вода начала цвести. Ну, видите, сейчас опять наливают, и опять стало это воды много. Подниматься стало. Ну, то есть заметно? Да, заметно подниматься стало. Во-первых, во-вторых, они всю тину убрали. Она была почти вся покрыта. Прям заболоченная. Мы уже думали, все, сушить, что ли, собираются. А оказывается, нет. Убрали. Народа здесь много, вы не представляете. Дети маленькие, грудные приходят гулять, потому что здесь все-таки зелень, не то что в черте города. Работники парка своими силами пытались бороться с погодными сюрпризами и их последствиями. Убирали прибитые к берегу водоросли, позже стали чистить середину водоема с понтонов. В Кировском районе здесь практически нет места отдыха, такого как наш парк, допустим. Поэтому народу очень много у нас. И озеро – это одно из достопримечательностей, поэтому все за него болеют, беспокоятся. На подмогу пришли городские власти. Озеро не только очистили, но и выпустили в воду специальные полезные микробактерии, которые замедляют цветение воды. Помимо ежедневной уборки как с воды, это лодки, плоты, так и с берега водорослей, порядка 40-50 мешков в день мы вывозили, было принято решение добавить специальный состав на основе полезной микроводоросли, которая помогла побороть часть плохих, назовем их так, водорослей, да, очистить озеро, насытить его кислородом, сделать воду более прозрачной и убрать цветение. Ну, результат мы с вами видим прекрасно. Озеро преображается каждый день, с каждым днем становится лучше. Вода в озеро поступает по двум трубам диаметром 50 миллиметров. В месяц по ним в озеро попадает почти 12 тысяч литров. Чтобы поднять уровень воды быстрее, задействовали еще один источник с большим диаметром – резервный. По нему поступает еще 14 тысяч литров. Последний раз его использовали в 90-х годах. В месяц вода в озере поднимается примерно на 40 сантиметров. По плану прежнего уровня удастся добиться к концу августа. Мария Левина, Николай Епифанов. События.